Вот у нас сегодня 15 ноября. Никитин решил утилизировать старые трамваи, поскольку закупили из Москвы 10 новых. И лично показал пример, как Единая Россия бьет эти трамваи старые. Старье это устаревшее. Ачинская газета, наш город. Тем более ее никто не читает. И она пропагандировала Никитина. На каждой странице его портрет печатала. Вот он взял и в трамвай шарахнулся. А что ему? Он же представитель у нас высшей власти. Народ с трамвая выскочил, хотел его побить. Но потом он был в маске, они его пожалели. Может больной, может у него температура, может ковид какой. Ну так что... А почему гаишников не вызывают? Вот интересно. Перед законом все же равны. Ну ничего, я думаю, он сделает выводы и будет осторожно ездить и смотреть в зеркало слева. А то, наверное, думал все о партийных делах. Вот и результат. Вот господин Никитин въехал в машину. Вот Никитин сегодня решил въехать в трамвай. Но это называется акция «Единой России. Поможем городу». Хорошие дороги «Единой России». Трамвай повредил.